Так, друзі, спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Мене звуть Юля Петрова, я працюю із київської студії Радіо НВ і нагадую вам, що сьогодні вівторок, це 10 січня. Будемо цю годину говорити про Грузію і скандал із буками, яка просила Україна для себе. Ті буки вона передала Грузії у 2008 році. Ну і зараз ми маємо офіційну заяву від влади Грузії. Там відреагували на заяву українського повіреного про відмову надати буки. Коротше, історія про історію. Ось так можна це прокоментувати. І на прямий зв'язок зі студією виходить Гела Васадзе, експерт Georgian Strategic Analysis Center, автор YouTube-каналу «Новини Кавказу». Гела, добрий день, слава Україні! Доброго дня, героям слава. Дякую, що ви так відповідаєте. Знаю, що буду зараз спілкуватися з вами російською. Тим не менше, я думаю, це не завадить нашому діалогу. В принципі, можна і на мові, смотрите самі. Ви зрозумієте. Дуже приємно, дуже вам дякую. Розумію, да. Тож, поясніть, будь ласка, що зараз в Грузії говорять про передачу комплексів БУК Україні і чому ця тема стала, набула такого скандального характеру? Да, что тут говорить, ничего удивительного в этом нет. Так. Дело в том, что если мы возьмем вообще, в принципе, если мы возьмем ротацию, такое ранжирование стран, то получим Рамштайн, по большому счету, брат, Рамштайн и не Рамштайн. Ну, не, с не Рамштайном все понятно, там есть Беларусь, Россия, в один туда же примыкает и Иран, я считаю, что это уже тоже государство-агрессор. Дальше. Все страны, которые более или менее стараются сохранить нейтралитет, а вот внутри Рамштайна есть несколько стран, среди них Турция, Венгрия и, как это ни печально, Грузия, у которых есть какая-то особая позиция. Что касается Грузии, я уже не буду говорить сейчас про Турцию и про в Венгрии у нас просто не хватит времени для этого. Что касается Грузии, то это очень хороший пример того, как внутренняя политика является, внешняя политика абсолютным продолжением является внутренней и наоборот. На протяжении многих лет Украина – это вопрос не внешней политики Грузии. Практически сначала, с момента победы революции достоинства, Украина – это вопрос внутренней политики Грузии. И Украину воспринимали как офис Единого национального движения. Для тех, кто не в курсе, это партия Михаила Саакашвили. Это центр, который поддерживает, страна, которая поддерживает оппозицию, ну и так далее. Даже тогда, когда, ну, мягко говоря, у Саакашвили не были хорошими отношения с украинскими властями, тем не менее, очень много людей из команды Михаила Саакашвили продолжали присутствовать во властной команде Украины. Сейчас тем более. И это все наложило определенный отпечаток. Это один момент. Другой момент очень важный. Отношение к войне как таковой. Нынешние власти пришли к власти, уже извините меня за тавтологию, за счет утверждения, что Саакашвили не смог предотвратить войну с Россией, а ее можно было предотвратить. И что, мол, с Путиным вообще-то можно было договориться. Но вот такой плохой Саакашвили этого не смог сделать. Вся история войны Украины с 2014 года доказывает прямо обратное. Дійсно, по-своєму в Грузії сприймають ситуацію, яка зараз склалася в Україні, інтерпретуючи через свої події, через події грузинської війни, але зараз ви мені розповідаєте речі. Естественно, причому це напрямую залежить від того, якому політичному лагерю принадлежить той, хто інтерпретує. Тому що якщо він принадлежить к лагерю опозиції, то він однозначно говорить, ну от смотрите, Россия не делает ничего нового. И она действительно не делает ничего нового. Давайте по-честному. Россия продолжает пытаться уничтожить соседние государства. А что касается этих властей, при всем выражении сочувствия и солидарности с Украиной, они стараются не раздражать Россию ни в коем случае. Так что насчет буков,
Но я скажу так. В данном случае давайте будем откровенны. Прекрасно знали власти Украины. Прекрасно знали, что Грузия, грузинские власти не дадут боки. Знали. Почему это было сделано? Да потому что отделить чистых от нечистых. Ребята, вы члены Рамштайна, передавайте буки. А если вы не передаете буки, то какие же вы нафиг члены Рамштайна? Вот о чем идет речь на самом-то деле. А то, что буки не будут переданы, когда просили, тогда уже власти Украины это знали. Уверяю вас. Я намагаюся зараз зрозуміти, в Грузії вважають, що Україна навмисно роздмухала цей скандал? І чи таким чином політичне керівництво України і українські дипломати намагаються розбурхати Грузію? Ну, це дуже важливе питання. Не, Грузію, а нинішню власть. Ну, якщо хотіть Грузію називати. Или нинішню власть. Конечно, це удар по нинішній власті. Естественно, да. Позиція нинішніх властей. Вона, к сожалению, не соответствует тому статусу, который есть в Грузии сегодня. Естественно, конечно, ну а что? Это же не бином Ньютона. Это же очевидно. Я намагаюся зараз зрозуміти, як у вільній країні вільних людей, а я завжди такою вважала Грузію, посилилася ідея, ліж би не було війни. От ви мені про це зараз дуже довго розповідали. Ну, так, примерно така ж, яка була в Україні в 2008 году. Примерно так же, когда крейсер «Москва» спокойно вернулся в Крым. К сожалению, такое бывает. Ну, я думаю, що не рівні тут позиції зараз Грузії і України, тому що президент Ющенко зробив героїчний поступок і приїхав і встав рядом з другими лідерами Восточної Європи, в то время як Юлія Володимирівна заключала договора с Путиным и смеялась над Грузией. Вы понимаете, в чем дело? К сожалению, я не оправдываю в данном случае нашей власти, которую я всегда ругаю. Вы просто у меня спросили, как это может быть, вот так и бывает. Ну, моя позиція в тому, що на той час Україна була не готова протистояти Російській Федерації. Зараз в нас не залишилося вибору. Ми вирішили стояти до кінця, бо це йшлося про втрату держави. Да. На самом деле, да, проблема именно в том, что нам казалось всем, что мы не готовы. Uh-huh. А в итоге это все равно приходит к нам. Поэтому я многим сегодня говорю, не только из Грузии, в Грузии-то с того собой-то уже свершившийся факт, но и из других стран. Ребята, сейчас-то у вас шанс, потому что напали на Украину, Украина большая, и Украина уже победила. То давайте опять-таки будем откровенными, Украина уже победила, просто единственное, что сейчас платит громадную цену, чтобы оформить эту победу. Но победа Украины неизбежна. Но победа Украины совсем не значит автоматически, что все окажутся в безопасности. Нет, кто-то может оказаться в чумном бараке. И, кстати, это то, что то географическое, геополитическое положение Грузии, то, что необходимо для контроля, там, коммуникации и так далее, совсем не гарантирует Грузии того, что мы не окажемся в чёрном бараке. Все достаточно... В Украине все ясно и все понятно. В Украине нет другого выхода, надо бороться, или же на кону существование не просто государства, но и нации. А вот в других странах, кажется, можно выжить. Та ні, нельзя, якщо не сопротивляться Росії, нельзя. В Грузії дійсно, а Дарита перебуває, в Грузії дійсно не розглядають нинішню ситуацію і нинішню, ну, таку дивну дружбу із Російською Федерацією, як загрозу для державності, для грузинської державності. Ні, як це сталося, наприклад, у Білорусі, ми зараз всі бачимо. Білорусь – це, звісно, зовсім інше. Білорусь – це… Ну, є два варіанти, звісно, говорять о тому, що Білорусь захвачена Российская Федерация уже. В какой-то степени да, в какой-то степени есть это, но в какой-то степени не очень. То есть вы поняли, о чем я говорю. Mm-hmm. Что касается Грузии, позиция нынешних грузинских властей в том, что мы по Конституции идем в НАТО и в Евросоюз, но позиция такая, что мне неоднократно заявляли, говорили, тут писали, вы что хотите, чтобы
Батуми был как Мариуполь. Не хочу я, чтобы Батуми был как Мариуполь. Именно поэтому я и поддерживаю Украину, как могу. Именно поэтому. Вот в чем все дело. Но спекуляции на тему войны продолжаются. Подавляющее большинство общества, конечно же, однозначно поддерживает Украину. Я более того скажу, если вы возьмете у наших властей, они скажут, что они поддерживают Украину больше, чем другие. Но типа того, у них нет возможности сопротивляться, и они не хотят провоцировать русских. Ну, не хотят. На самом деле сейчас главный вопрос, который в Грузии стоит, это вопрос о гражданине Украины Михаиле Саакашвили, которого просто уморят в тюрьме. Не уморили, но фактически уже довели до инвалидности. И это все вместе, я вам скажу. Это все в комплексе. Смотрим. Будем надеяться. А на що ми будемо сподіватися? Я зараз намагаюся зрозуміти, як вибудовуються відносини двох країн, Грузії і України, України і Грузії в цій ситуації. А зброї нам не... Ніяк поки цю власть не уберуть. Тут власть поки не уберуть, ніяк. Ця власть, вона мішає розвитку, вона мішає прогресу і так далі. Ніяк, поки ця власть буде на рівні общества, поддержка будет такая, какой нет вообще нигде в мире, даже в Польше, кстати, если уж давайте было, прямо скажем. Но на уровне властей, ну никак, потому что... Поки що ніяк. Що ж, давайте тоді поговоримо про ще один дуже проблемний момент наших відносин. Ви вже згадували про Михайла Саакашвілі. Ви знаєте про позицію України в цьому питанні, тому що і президент... Я не просто знаю про позицію України. Я к этой позиції неоднократно призывал і во многом... Ну, я сейчас поскромнее попытаюсь бути. Во многом благодаря моей активной позиции, такова позиция Украины, по крайней мере, очень активная позиция Украины в этом вопросе. Но, ну что вы хотели, как раз, извините, я перебил. Так що ви хотіли мене спросити по цьому поводу? Я хотіла запитати, то, власне, позиція Грузії щодо Михайла Саакашвілі залишається без змін? Йому просто дадуть померти в тюрмі чи в тюремній лікарні? Скоріше всього, ні. Скоріше всього, просто доведуть до того, що стане інвалідом. Ждуть необхідних процесів. Померти йому не дадуть. А як це? Ну, це пытки. Угу. Це називається пытками. Ну, вот так. Вот так. А знаете почему? Чому? Потому что боятся Путина. И единственный человек, был у меня период, когда я говорил, что единственный человек, который может, правда, помочь, это Зеленский. Действительно, в тот момент был Зеленский. Действительно, Зеленский сделал все от него возможное. Сегодня единственный человек, который может помочь реально, которого действительно они послушают, это Джо Байден. Больше никого. К сожалению. Но я не вижу со стороны Америки каких-нибудь шагов. Мнение Украины, они, конечно, не прислушиваются. Слухайте, ну там, не знаю, правозахисні організації, вони можуть якось трудитися? Да, все это есть. И правозащитники, и НПО, и акции протеста. И люди выходят, и митингуют. Все это есть. Как Арсенку горох. Добре, а як має поводитися Саакашвілі для того, щоб його що? Відпустили, вибачили, дали лікуватися. Він має визнати свою поразку, він має визнати, що він не правий, що він має? Необхідно, щоб його просто відпустили лічитися за рубеж. Угу. Тому що по-другому, ну, чоловік в течение 7 місяців знаходиться в лікарні, йому все хуже, хуже і хуже. Чого зараз від нього вимагають? Ну, от, ні, там розговори о том, що він притворяється, що це не так, що, мол, він вполне може сидіти в тюрмі і так далі і тому подобне. Ну, ці розговори, на самом деле, розговори в пользу нищих. Понятно, що вони бояться відпустити Саакашвілі, тому що в цьому случае мстя Путіна може бути моментальною. Вот так вот.
Ну, а навіщо це... зараз Путіну Саакашвілі? Ну, це вже минулий, минулого часу ця розмова. Розкажіть. Путін, з Путіним у нього лічне відношення. Це перший чоловік, який бросив йому визов на посадці. Перший. Це перший чоловік, який сказав «нет» йому. Если бы не Путин, если бы не Саакашвили, очень многое пошло бы по-другому. И он, Путин обещал его уничтожить, и он его уничтожает. Это такая помста, которая тянется руками. И что в этой помсте мы в Украине должны понимать про Путина? Конечно, конечно. Ну, это мелкое мстительное создание, которое я даже с трудом могу назвать его человеком. В общем-то, с ним-то все понятно, с Путиным, ну о чем тут говорить. Но если кому-то наши власти действительно боятся, то когда Путина. Они еще боятся Соединенных Штатов. Но США не... А остального они не боятся, потому что у них же цель не развитие Грузии, у них цель делание денег. Деньги они делают. Напевно, так. Ну що ж, і тоді ще одну тему я хотіла обговорити із вами. Це масовий потік росіян, причому призовного віку росіян, після першої оголошеної часткової мобілізації в Російській Федерації. Як цих людей зараз приймають у Грузії? Для мене, знову-таки, це дуже дивна позиція країни, вільної країни, яка завжди про це говорила. Ми вільні. То ли еще будет. Это вот первый поток был в феврале, потом уже было в сентябре, но то ли еще будет, когда будет следующая волна мобилизации. Ну, еще одна Да. Обязательно будут опять бежать, пока все более или менее трудоспособное и креативное население от них не сбежит. А чему тут удивляться? Ну, давайте посмотрим на ситуацию. Безвиз у нас давным-давно. У нас для всех абсолютно безвиз. У нас не нужно регистрироваться. И у нас сухопутная граница, и у нас, и у Казахстана открытая сухопутная граница, потому что в Белоруссию бежать нет никакого смысла, а у Азербайджана закрытая граница еще со времен ковида, они так и не открыты. Вот и все, вот и весь вам расклад. 700 тысяч, по данным Сакстата, приехало, где-то осталось 1120-140. Много их. Я вот сейчас приехал из Батуми, буквально вот я с вами разговариваю через с поезда буквально, полчаса. Так. В вагоне было очень много, как говорит мой друг Владимир Копчак, православных айтишников. Много было православных айтишников. Проблема даже не в том, что они едут, проблема в том, что они едут абсолютно бесконтрольно. То есть они пересекли Ларс. Вот пока они не уехали, что они делают в стране? Сколько там шпионов, диверсантов и так далее. А они тоже есть, конечно же, сейчас может не сомневаться. Никто не знает. И никого это не интересует. Нашу власть это не интересует. Нашу власть интересуют деньги, я еще раз говорю. А деньги они привозят. Они привезли достаточно серьезную. Правда, создали социальную напряженность по ходу. Потому что доллар упал, а цены возросли. Но я вам другую сейчас историю расскажу. Алло, меня слышно же, да? Звісно, звісно. Я просто думаю про ті гроші, які вони привозять, надовго їх також не вистачить. Я вам другую історію розкажу. От зараз я вийшов з поїзда. Біжить таксист на ломаному русском, мені говорить, таксі, пожалуйста. Я говорю, да, Сабуртабецьку на грузинському. Он говорит, ой, извините, побежал дальше. Чотири таксиста мимо мене пробежало, і мною ніхто не заінтересувався. Даже не спросили, сколько я плачу. Но в итоге я вызвал по болту. Та ось такі справи, ну, не веселі. Насправді мені сумно, що зараз не може Україна нормально спілкуватися із Грузією. Ну, бачите, з вами ми добре спілкуємося. Мені це також. Я вам дуже дякую. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Гела Васадзе, експерт Georgian Strategic Analytic Center, автор YouTube-каналу «Новини Кавказу», спілкувався зараз зі мною, друзі. Ну, ви бачите, ну, така нестандартна ситуація, можна так сказати, тому що Україна зараз не може дружити, уповні дружити із Грузією. Ми пам'ятаємо, що у правлячій партії Грузії «Грузинська мрія» відреагували на заяву тимчасово повіреного в справах України
України Андрія Касьянова щодо того, що Київ просив Тбілісі передати комплекси БУК. Пам'ятаємо, що вони були надані Грузії Україною під час війни 2008 року, але отримав відмову. Ну і, власне, ось що, як коментували цю ситуацію в грузинській мрії. Ось член парламентської більшості Гіві Маканадзе, він сказав, що зенітно-ракетні комплекси не були передані Грузії свого часу безоплатно. І ось його цитата. «Я не знаю, що Україна передала нам після війни 2008 року. Наскільки мені відомо, якщо щось передавалося, то купувалося. Отже, якщо купувалося, то це власність Грузії та грузинська зброя». Ось так сказав він. Ну і дуже важливо, що при цьому він наголосив, що це може бути черговою спробою якимось чином втягнути Грузію у цю війну. Це ще одна пряма цитата. І ми говорили з моїм гостем про те, що оця позиція в Грузії, ліж би не було війни, вона насправді дуже дивна для цієї країни. Ну і, як сказав мій гість, навряд чи вона зміниться, поки не зміниться влада у Грузії.